Қайырлы күн, құрметті брифингке қатысушылар. Нұрлы коммуникациялар қызметінің ақпараты қалынан қош келдіңіздер. Добрый день, уважаемые журналисты. Мы начинаем сегодняшнюю пресс-конференцию. Бүгінгі баспасөз мәслихатымыз иммунопрофилактика туралы тақырыбына өтеді. Все-таки не лишним будет предупредить жителей о том, что необходимо соблюдать определенные правила, профилактические меры. То есть ни в коем случае не употреблять воду с колодцев, с объектов водоснабжения, которые подверглись подтоплению. Употреблять в этот период только бутилированную или кипяченую воду. При употреблении, допустим, овощей и фруктов обязательно их надо тщательно промывать. Это те, которые мы употребляем в сыром виде, с последующим ополаскиванием. Сегодня хотелось бы поделиться с вами об итогах деятельности по выдаче государственных услуг нашим департаментом и его территориальным подразделением. За март месяц, в общем, поступило 72 заявления, из них по 46 мы выдали разрешительные документы, в 26 случаях мы отказали. В регионе ведется работа по соблюдению и защите прав потребителей в рамках национального проекта «Сапалы Өнім». Требования к маркировке пищевой продукции. Маркировка должна для начала содержать наименование пищевой продукции, состав, объем. Также там должно содержаться местонахождение производителя, дата производителя, срок годности и также в каких условиях должна храниться данная продукция. Данчева в нашем коллективе очень любят и ценят. Это человек открытой души, ответственный работник и очень тонкий романтик. Сегодня у Светланы Ивановны день рождения и маленький профессиональный юбилей. А вот она я. Это такой?